успевает навести беспорядок за считанные секунды. Сегодня ее представляет Алла Суворова, 8 лет. Алла занимается вокалом и танцами с 3 лет. Ей интересно все вокруг. Веселая непоседа ищет себя во всех творческих направлениях. Она хочет научиться рисовать, петь и танцевать, а еще плавать. Сейчас постигает азы акробатики. Участие в конкурсе – еще одно веселое приключение в ее жизни. Встречаем участницу номер 2. Конкурс прекрасный и ужасный одновременно колдунья манифестенты. Сегодня это Вероника Малуева. Обожает ходить на занятия в школу модели. Любит животных, особенно своего домашнего кролика Нафаню. Также любит путешествовать, мечтает попасть в Париже. Встречаем участницу номер 3. Веселую мышку Мини Маус, которая никогда не унывает. Сегодня в ее превратилась Ульяна Арсубова, 7 лет. Ульяна – веселая, жизнерадостная девчонка, любит заниматься в школе моделей. Очень нравится участвовать в фотосессиях, любит танцевать и придумывать свои танцы. Встречаем участницу номер 4. Стильная и модная Роза Барбоскина, мечтающая стать звездой, научиться накладывать макияж, быть модной. Сегодня в ее образе Серафима Никитчук, 7 лет. Серафима веселая, активная, любит удивлять своих знакомых и друзей. Делает сама для них всяческие подарки своими руками. Очень серьезно относится и дорожит дружбой. Любит ходить в бассейн, танцует, поет. Еще Серафима занимается в школе модельного искусства. Хочет попробовать что-то новое, рассказать и раскрыть свои таланты. Встречаем участницу номер 5. Любопытная красная шапочка, которая с удовольствием помогает маме и любит навещать свою бабушку. Сегодня ее представляет Ализа Трохина, 8 лет. Ализа давно хотела поучаствовать в конкурсе красоты и талантов «Мини-Мисс», но ждала, пока примет участие две ее сестры. Любит творить культуры и сцену. Встречаем участницу номер 6. Романтичный олененок Бэмби, который очень хочет, чтобы люди перестали охотиться на животных. Его представляет сегодня Полина Балантина, 8 лет. Полина любит рисовать и танцевать. Жизнерадостная и артистичная. Любит походы и игры с друзьями. Верит в чудеса и Деда Мороза. Добрая, отзывчивая и целеустремленная. Встречаем участницу номер 7. Загадочная царевна-лягушка, которая на самом деле совсем не лягушка, а прекрасная царевна. Ее превратилась в Ульяна Петрова, 6 лет. Ульяна очень творческий ребенок. Поет, делает подделки из различных материалов, рисует, играет на музыкальных инструментах, танцует. А еще она большой фантазерка и очень хочет показать вам свое творчество. Давайте